А вот чтобы не омрачить новогодние и рождественские каникулы, судебные приставы настоятельно рекомендуют проверить наличие долгов. И если вы их накопили более 10 тысяч рублей, выезд за границу на отдых может быть ограничен. У меня просьба к данной категории граждан перед все-таки посещением курортных мест за пределами Российской Федерации узнать о наличии задолженности через сайт службы судебных приставов. Кстати, в разряде невыездных в службы судебных приставов числится более 1200 димитровградцев-должников.